Гребешок аленький, кафтанчик рябенький. Двойная бородка, важная походка. Раньше всех встает, голосисто так поет. Кто же это? Конечно, петушок. Расскажите малышу о петушке и его семье. Уточните, что петушок, курочка и цыплята – это домашние птицы. Обратите внимание ребенка на строение петуха. Выучите со своим малышом потешку. Петушок, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка. Что ты рано так встаешь? Деткам спать не даешь.